Да хоть голоси тут, это просто какой-то кошмар. Кругом одни эти шипы. Как мне пройти? Куда мне двигаться дальше? Вообще ужас. Всем привет, ребята. И вы на канале Kids Game Show TV. И мы сейчас будем играть Red Ball 4 часть. Ой-ой-ой, вот наш красный шарик прыгал со своей подружкой. Хотел он ее поцеловать, но нет. Подружка приземлилась в подземелье. Куда упала ты, моя красавица? Сейчас пойдем искать. Красный шарик прыгнул за ней, и что же его ждет? Ого-го, красный шарик, ты только посмотри. Ты попал в нас подземелье, где у нас находятся друзья Фредди. Осторожно. Так, Мангл, мы перепрыгнули. Ай, одну нет. Так, давай скорее на сохранялочку. Отличненько. Ой-ой-ой, Чика. Вот это да, вот это был взрыв. Ой-ой, Чика, иди сюда, иди. Скорее удираем от ее кексов. Да что все такое, чуть-чуть нам досталось. Да уж. Где мои звездочки? Звездочки мои красавицы, идите сюда. Ого-го, вот это мы попали. Это, наверное, подземный мир аниматроников. Открылся у нас проход. Опускаемся мы все ниже и ниже. Звездочку взяли. О, полная шкала звезд. Так, а тут у нас кто? Ой-ой-ой. Давайте, Чика. Ай, поспешили. Блин, что ж это такое? Чика злая какая-то, у нас так одна жизнь. О, там шипы еще сбоку. Ну что, давай, тихони. Так, мы с вами отпустились в подземный мир. Фредди, гляньте, тут у нас кого только нету. Так, давай. Ох, чуть-чуть нам досталось. Не хотелось, конечно, но пришлось. Ой-ой-ой. Так, еще одна звезда, нужно тебя взять. Давай, пугай нас своими кексами. Давай, Чика. Тихони. Так. Все, полетели кексики, Чики. Так. Тихо, мой дружочек. Нам нужно еще звездочку взять. Да что за звезда тут такое? Какое-то упрямое. О, взяли, отлично. Вот это был полет. Так, где тут больше нет у нас Чик? А у нас там другие наши друзья. Так. Ну что, давайте подождем. Сейчас они пойдут в другую сторону. Давай, тордуй. Ой, шипы. Не хочу шипы. Как же бы нам их убрать-то с нашего пути? Красный шарик, подожди. Сейчас погнали. Ага, идите сюда. Ой, я слетел. Что вы такие, а? Давайте мою подругу. Зачем мне забрали? Тоже хотите аниматрониками сделать? Прикольно, наверное, будет красный шар аниматроник. Ага, давай. Ага, я сейчас к тебе прыгну сюда. Что ты какая хитрая. Ну-ка. Стой, давай. Ага, все, да. О, убрали. Ах ты, меня задел, отомстил за свою подругу. Сейчас я тебе тут... Ой! Нет, все-таки отомстил за подругу, да? Ну, подожди. Сейчас звезду заберу. Я к тебе вернусь. Ага. Да что ж вы такие-то? Ой, блин, да... Третья попытка у нас, да? Ой, вставай-ка. Ох, и плохо быть круглым. Да не говори, дружочек. Нет, круглым. Ой. Так что, когда круглые аниматроники пугают тебя вообще. Попадос. Так, давай. Откатились, стой. И давай. О, чуть-чуть нас на шипы. И вот так. Вот, проскочили. Так, ключик, ура, у нас ключик. Так, у нас открылись двери, тихо, пробираемся. А то где-то у нас может быть Чика психованная. Так, давай-ка. Ну что там у нас? Поехали дальше. Покатились. Так, осторожненько. Тут Чики психованные. Сейчас как рванут. Ну что вы, давайте, рваните. Психушки, давайте. Ну, жду вас. Давай.
Ну, сработайте, детки. Опа. Ух-ух-ух. Вот это что-то было. Значит, нужно так, подразнить этих чекушек. И быстрее, 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 быстрее. Ого-го. Чуть-чуть нам не досталось. Ага, чекушки эти. Разве можно быть такими психованными, а? Так, а как же, может быть, нам поверху как-то добраться? Мы попробуем сейчас. Там есть синий ключик. Хотя, навряд ли. Нужно нам тут осилить. Ну, попробуем. Ты что тут осиливать? О, о, красный. Да что ж ты такой-то у меня круглый? Ну, прости, Катя, я прощаю. Все, стой. Стой, стой, стой. Вот так. Так, стой, 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 стой. Так, нужно тут словить фишкаря. Ай, на последнюю эту звезду не взял. Ох, ну я ж круглый. Что ж тобой-то делать, круглый ты мой. Так, ладно, давай, круглый, собирайся. Давай, давай. О, о, о. Так, еще давай разочек. Так, давай, давай. Ну-ка, давай-ка. Ну что, красный, сейчас мы покорим все с тобой вершины. О, ой-ой-ой. Так, все, стоять. Не шевелиться, никуда не катиться. Еще прыжок. Ой-ой, еще звезда, звезда, звезда. Ух, чуть-чуть сорвалась. Да что ж это такое? Да вот это да, вот это я отчасти уже стала перепрыгивать. Так, все, стоять, стоять. Все, звездочку взяли, и отличненько, и ключ у нас. Ох, вот это красота. Все, теперь мы сможем пройти дальше. Сохранялочка. Ну, хоть сохраниться-то успели. Да уж, ребята, уровень непростой. Ой, давай здесь. Ура, разозлилась со своими кексами. Ой, все, расслабься, расслабься, расслабься. Плавненько скатываемся и погнали, погнали за ключиком. Ох, да что ж это такое? Ну что, задачка непростая. Так, давай плавненько катись, катись, катись. Расслабься. Ой-ой. Все, давай теперь катимся. Закатываемся. Звезды мы брать не будем. Спускаемся плавненько вниз. Ура! Этот уровень пройден. Ну что же нас ждет дальше? Так. Ой-ой. А как я должна их взять? Ну все, плавненько мы спустились. Так, угу. Тележка, ну куда ж ты покатилась-то? Я вижу, сколько тут звезд. Вижу, прекрасно. Так, давай сюда. Заезжай. Так, все звездочки собрали. Пополняем. Ну что, погнали с тобой, да? На крутых виражах. Мяу, набираем обороты. Синий ключ, пошли со мной. Что-то там у нас открылось. Это что-то, ты где? Там у нас открылось. Ай-яй-яй, снова ты злюка. Да-да, уж с твоими кексами, да. Это мы удрали от нее на скоростях. Ага, ох, там еще одна трясется, Чика. Я не думала, что Чика злая, ведь в игре аниматроников. Она такая милашечка. Такая крутая Чика. Ой! Да хоть голоси тут, это просто какой-то кошмар. Кругом одни эти шипы. Как мне пройти? Куда мне двигаться дальше? Это вообще ужас. Давай, погнали, круглый, набираем обороты. Так, все делаем в темпе. Сейчас хвойню тут эту бешеную Чика. Все, мы Чику проскочили. Ну, даже своим кексом не задела. Так, круглый, круглый. Ты хороший, конечно, но... Все, не крутись, стой. Нужно немножко сосредоточиться. И раз, и вниз, ура! Ну что, привет, новый уровень в подземном мире аниматроников. Ребята, если вам интересно, кто уже у нас будет главать, скорее подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить приключения красного шара в подземном мире аниматроников.
Да уж, нужно еще звезды собрать. Так, стой, стой. Не буксуй, отлично. Еще одна звезда-то нам осталась. Все, собрали все три звезды, но что же нас ждет с тобой дальше? Так. Ой-ой. Манглы, давайте-ка. Ключик наш. Отлично. Где-то открылись ворота. Да уж. А тележку-то на нашу не поднять. Ох, сейчас что будет. Что-то я боюсь прям. Как тележку-то поднять? Да уж. Расслабимся. Глубокий вдох. Так. Ну что ж, красный. Ты летать умеешь? Нет, красный, ты летать не умеешь. Да, взяли мы почти все наши звезды. Да не почти, а все, и ключи даже взяли, но сохранялочки-то у нас нету там, к сожалению. Придется снова звезды все брать. Ай, ай-яй-яй, все, тележечка. Отлично, мы тут с тобой сработали. Ух, ну что, Мангал, сейчас мы тебя тут забибикаем, задавим. Собрали мы Мангал. Да уж, красный, ну как нам с тобой быть? Как бы нам тут с тобой-то перелететь, а? Так, все, ты тут не бодайся. Ну что, давай посмотрим, какой ты тут у нас летучий. Даже мышки тут летучие есть. Отлично, ура, все, стоять. Нужно плавненько передвигаться, изучать нашу территорию. Кто тут у нас есть, кого тут у нас нету. Снова психованная Чика. Да-да-да, снова-снова. Давай, психани, рвани тут. Мы тут! О, давай! Все, психанула Чика. Ох, ты своими кексами кидаешься. И тут у нас психованная Чика есть. Давай, детка, психани! Все, они долетели. Твои кексы? Так, все, давай-ка. И мрэу! Еще раз. Ох, эти деревяшки. Что ж это такое? Табличка Фредди. Не Фредди у нас будет главарь. Как вы думаете, ребятки? Надо скорее добираться до главаря. Кто хочет увидеть главаря, лайканите и напишите в комментариях. Так. Угу. А может тут ключ? Ах ты, ключик, где ты спрятался? Сейчас я до тебя тут доберусь. Так, давай-ка. И давай-ка направо ключик. Ура! У меня в копилочке ключик. Но у нас там есть еще желтый ключик. А он от чего-то у нас, а? Давай-ка эти заценим, посмотрим. Ах, наверное, чтобы новый проход-то у нас открылся. Точно, точно! Все, пошли дальше. Может, там наша красная девочка. Ху-ху! Ай! Раздавили! Караул какой-то! Удираем, удираем, удираем! Так, нет, 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 нет. Ребята, ну на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал Kids Game Show TV, чтобы не пропустить новые приключения красного шарика подземелье аниматроников. И пропустить битву нашу с боссом. Всем пока-пока!